В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Эти слова Ивана Сергеевича Тургенева остались в нашей памяти еще со школьной поры. Но помнят ли люди основные правила нашего языка? Это мы и решили выяснить. А вы помните правила русского языка? Ну да, относительно. Красивее или красивее? Красивее. 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 Как правильно, красивее или красивее? Красивее. Одеть одежду или надеть одежду? На себя, если надеть одежду. Если на себя, то надеть. Если на кого-то, то одеть. Надеть. Одеть. Смотря одеть. На кого. Если на себя, то надеть. Если кого-то, то одеть. На себя мы надеваем, кого-то одеваем. Надеть. Надеть что-то, одеть кого-то. Какого рода слово кофе? Мужского? Мужского. Среднего? Кофе он мужского? Мужского. Вообще, мужского. Как бы мужского, но по новым правилам оно среднего рода. Кофе, оно мое, средний. Мужского. Впрочем, русский язык сложно дается не только нашим соотечественникам. Как для вас русский язык? We don't understand русский. Понимаю русский чуть-чуть. Как по-вашему, русский язык, он сложный? Очень. Почему? Не знаю. Но сложный, очень сложный. Очень hard, very hard for us. Как вы считаете, русский язык, он сложный язык? Ну, не сложный, почему? Нормальный. Ну, просто я в Крыму был, там учился русский язык за 6 месяцев. Ну, практика начал так с людьми общаться, так. Ну, нормально вроде. В 1942 году, в непростое для нашей страны время, Анна Ахматова написала стихотворение под названием «Мужество». Образом русской речи в стихотворении подчеркивается единость русского народа. Именно речь является тем, что связывает вместе всех людей. Данное стихотворение скорее можно назвать «клятвой». «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки».